Теплое приветствие. Так, ладно, я думаю, можно уже начинать. Нажал старт. А ты мне шарик, ты даже не выбрал, ни цвет, ни форму. Так это нормальный шарик, самый такой. Ну что ж, у нас два белых будет, ну ладно. А там цвета нельзя менять. Да. Подожди, у кого рога, у тебя или у меня? У меня, это мне наставили женщину. А, серьезно? Да. Жалко тебя. А как ты будешь кататься рога с ними? Викинга. А это изи сейчас. Главное вот ого. Стартовать. Ого. Слушай, а ты даже без направляющих играешь, что ли? В смысле без направляющих? Ну, то есть, вот ты видишь, куда бить? Ну, конечно, вот раз. А, блин, да, промазал. Я тоже, прости, старый. Опа. Опа. Слушай, смотри, я пока выигрываю. Да, ты пока выигрываешь. Ой, а мне тут Куроска с 1111 рублей сдонатил, и почему-то нет никакого уведомления. Просто, знаешь, такой бесшумный донат. Это очень странно. А это очень приятно, на самом деле. Он не требует внимания. Он просто, вот ему нравится, он решил тебя поддержать. Это клево. Так оно должно быть просто. Он подожди, сломанный какой-то. Да. Ты главное не торопись, тут потихонечку надо, понимаешь? Ну вот куда ты? Куда ну ты вот так нормально. Да, но все равно, на будущее. Тут главное знать... Как бы рассчитывать правильно удар. Главное еще и шоу, понимаешь? Вот ты как бы не ожидал, шоу. Ты такой, а, блин, а я все равно забил. А, ну да, это тоже, конечно, бывает такое. Неожиданность, как говорится. Это зритель mm-hmm. Аляши, он молчаливый. А, Куроскас, да, я знаю, кто такой Куроскас. Аляшу тоже все знают. Конечно. Вот он недавно стримил, кстати. После да, долгого ну... перерыва, как мне кажется. Да не... Она стабильно сейчас стримит. Стабильно? Ага. Как у нее дела-то? Вы часто да, у нее... в гости ходите? Да нет, но у нее все хорошо. В ну этом даже слава. Не сомневайся. Да? Ты в Америку в августе не собираешься? Вот у меня такой вопрос. Или это секрет? Нет, тебя там никуда секрет, не приглашали? Нет, не на Gamescom? Ты же тоже нет. Вроде как. Ну, под Gamescom он же в Европе. Я знаю, спасибо, что уведомил. Ну, а я про Америку говорю. Нет, нет. А что, ты меня приглашаешь? Да нет, тут меня приглашают. Дизи, что ли? Или женщина? А какой Дизи? Какая женщина? Ой, боже мой. PlayStation. PlayStation тебя приглашает? Да, да. Ну, у них там ну, какая-то, ну, какое-то событие ну, будет, я поэтому тебя и спрашиваю. Ну, ты бы замолвил за меня словечко-то. Так ты ж Денис, в ЛГ, тебя и так все знают, ты чё? Да кто меня знает, господи? Вот спроси у своих зрителей, кто-нибудь меня знает вообще, пусть единичку поставят, все нули будут, я думаю. Ты вообще видишь, что я делаю? Я с первого раза всегда попадаю. Но ты, видимо, не впервой играешь в эту игру, я тоже стараюсь. В смысле, я первый раз играю, вообще не знаю, что это за игра такая. Угу. И друзья. Чатик подтвердит. Оп! О! Что происходит? Ты забил с первого раза? Да. Опять? Да. Я сам не знаю, видишь, три раза 1-1-1. Ты, наверное, так долго подключал, потому что тебе, видимо, там оверлейм какая-то программа тебе помогает наводиться. Ага. Опять? Опять? Нет, нет, сейчас два раза, к сожалению. Блин, ты что-то вообще... Какой у нас счет? 11-13. Ну смотри, у тебя еще все шансы есть. Угу. У меня просто потому лагается что... все. Я думаю, что в этом причина. Говно ты жопа, да что ж такое-то? Нет. Пока а у нас... Не чё я не люблю? Своих зрителей, говорю, не любишь? Вообще играть с ними не любишь? А, играть люблю, зрителей нет, не люблю. А они тебя? Они тебя любят? Они меня обожают. Но они думают, что я их люблю, а на самом-то деле... Бьёшь их? Конечно, избиваю постоянно. Но они непослушные, блин. Надоели. Приходится воспитывать. Молодые, наверное. Ну, ну так. Немножко. А у тебя старые, что ли? У меня старые, да, старые, немощные. Вот чат еле ползет. Ну да, их если ударишь, они развалятся. Реакция. Да ладно, я пошутил. Что, ты чё охуел? Понимать, тебе чё, уебе, а, ТБ? Ты футбол, кстати, смотришь сейчас? Матч интересный, Англия с хорватами уже забили. Да, смотри, я могу тебе сказать, кто в итоге выиграет. Короче,
Да. Нет, ну сейчас Хорватия выиграет, а потом Франция порвет Хорватию. А знаешь, как я узнал? Ну? А мне сон приснился. Да ладно. Ага. Вот-вот. Ну, я не знаю, сбудется или нет, но... Мне вообще приснился сон, что как бы Россия выиграет. Но проблема в том, что у России как бы флаг, он немного похож на хорватский. Возможно, я перепутал, и оказывается, это Хорватия выиграет. Ой, проиграет. Да. Угу. А выиграет Франция, короче, да. Или нет, наоборот, Хорватия выиграет Францию. Короче, запутано ты, там все. Би, давай. Я чекай. Бью. А ты что, в дырке, что ли? Тебя скучно в дырке. Я сейчас. Позволь, я спрошу, ребят, у вас лагает мой стрим или все нормально, господа? Помогите, пожалуйста. Давай я сам проверю. Зрителям, знаешь, как-то, ну, доверять такое. Да нет, иногда нельзя. Есть. Да нет, у тебя нормально все. Нормально все? Ну ладно. Ну да. Три раза сегодня отвалился уже. Минус вебка, да в смысле, серьезно, что ли? Да что с камерой-то? Господи. Да я понял, ребят, что минус вебка. Вообще, называть это вебкой как-то оскорбительно. Это профессиональная камера. Угу. За такие-то бабки, блин. 300 тысяч рублей потратил. 300 тысяч ты потратил? Ну, на тот момент она стоила вместе с объективом именно столько, да. Тан-тан-тан. Ну, 280. Золотая камера. Ох ты, черт. Опа. Кажется, сейчас прокатил. Включу. Только в дырочку попаду. О, готово. Ты там пока напрягайся, а я сейчас это... Сделал свое дело. Грязное. Серьезно? Че? Ты все еще не можешь попасть? Я попал с 9-й попытки. Все нормально. Не издевайся надо мной. Да ладно, что я просто что-то... вопрос задаю. Вот батарейку уронил. Так. Сколько у тебя батареек-то? 7. Ну, у меня запас. Именно по той причине, что иногда такие вещи случаются. А, тут спрашивают, кстати. По поводу GTA RP, ты вообще все больше не собираешься, видимо, да? РП стримить. Да что-то он мне надоел, это GTA RP. Скажем прямо. Не могу я зависать там каждый день, как-то делать многие мои товарищи. Согласен. Не, ну, можно вернуться так, поприкалываться, но я не знаю, на что придумывать, там, героев отыгрывать. Ну там вроде обновляют РП, может, что-то новое добавили. Ну, может быть. Не знаем, может быть, когда-нибудь. Может быть. Да, ребят, у меня тут 25-й кадр, и что-то с камерой происходит. Поменял батарейку, она все равно пишет разряжена. Ну, ты разберись с камерой. Я никуда не спешу. Подождем тебя. Тебя подожди. Ладно, окей, ты там пока пробуй в игру играть, а я сейчас. Совсем пропал, что ли? Пошел менять под батарейку, видимо. Твою мать. Так. А чё ты стоишь? А я не знаю, мне отваливается стрим, и я пытаюсь разобраться. А, опять что ли? Да, опять. А, опять отлетел. Угу. Слушай... Походу, ты меня не обманывал, у тебя и правда проблемы со стримом. Да. Как вовремя, а? Очень-очень неприятно, знаешь ли. Да и ладно, что бывает. О, здорово, ребят. Как часто у тебя такое бывает? Ну, у меня как-то раз вообще была проблема со светом. Тут пробки выбивало на счетчике. Это было каждый вечер, когда я стримил. Вот, это прям вообще неприятно. Клево. Очень неприятно. И настроение сразу, знаешь, так. Да, да, пропадает. Да, вот я. Да, 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 да. И в основном я, ну, как бы стрим заканчивал сразу. То есть запускал, говорю, ребят, нет настроения. Давайте там, до свидания.
Вот. Так, вообще, у нас тут время еще и в игре, кстати. Да, я вижу, что 14 секунд сейчас. Сейчас. Стараемся. Оп. Я думаю, что мы не успеем. Ты еще не забил даже. Не-не-не, успеем, успеем. Должны. Давай. 3, 2, 1. Да я мать успел. Твою, ну что ж такое-то? Out of time. Ничего, бывает. Давай там разбирайся. Ну ты, в принципе, можешь и не запускать тогда уж стрим. У меня посидим, если не хочешь напрягать. Зрителей туда-сюда их. Можно и так. Ну сейчас проверим еще одну настройку. Так, и что, куда бить? Так, а куда тут бить и правда? О-о-о! А, нет, я перепутал карты. Тут, в принципе, все просто. Ну не скажи, что просто. Не-не-не, ты просто не знаешь, что будет дальше. Ах ты ж, блин. А как игра называется, где там вот этот Тетрис? Tricky Towers. Так... Она на ПК есть? Да, конечно. Она на PS есть, на ПК есть. На ПК, ты, кстати, вообще в Nintendo Switch ты играешь? Ну, так. Очень редко. Она вроде такая популярная, но когда у кого спрошу, все говорят, ну так, ну как ты... Ой, я не в ту дырку попал. Вот это плохо, конечно. Да. Опасно. Да блин, опять в эту дырку. Да что? Что ж такое-то? Ё-моё. Ты Зельду проходил на стрим? Пытался. Но блин, Зельда — это слишком долгая игра. В нее надо играть. Не хватает. Такое. Времени, ну, блин, эмоции. Надоедает просто. Ты что, проходил Зельду, что ли? Но, ты знаешь, так получилось, что у нас было порядка 3-4 стримов, и на 3-4 стриме я решил пройти к замку. Ну, где, собственно, держат принцессу. И такой, да, я думаю, посмотрю одним глазком. Хопа, и босса прям главного нашел. И чат такой, не надо его убивать, давай нормальную игру проходи. Я такой, И что в итоге-то? Убил? Ну, в итоге, нет, не убил. Мы начали проходить, и мне надоело в каком-то. Вот, а я чё и говорю. Причем и зрителям еще надоедает. Сначала смотрят, а потом... Это большая проблема длинных игр. Никогда не понимал, зачем делать такие игры. Такими долгими. Я из длинных игр, долгих, прошел только Ведьмака. И то там основной сюжетной линии. Без DLC. Вот я поэтому не хочу играть в Ведьмака, потому что... Да что ты, блин... Ну, он клёвый. Ну, клёвый, да, но на стриме это слишком потно. Слишком душно, как там говорят некоторые. Так, ты уже попал, ага. Я уж попал, у тебя сейчас будет 5-й удар. Да, походу, я вообще еще могу проиграть, если так и дальше буду продолжать. Опа. Ну-ка. Так, я не буду измываться над своими зрителями, раз у меня такие проблемы сегодня с интернетом, то... То идите к Хесусу вы все. Вот, звучало как оскорбление, знаешь, типа. Ну так и было. Сейчас мы его зарейдим. О! Ну так а чё? Идите-ка вы все к Хесусу, ясно, да? Вот так вот, блин. Да, вот так вот, да. А я ещё говорю, я не уважаю своих зрителей. Вы с ними там это помягче в чате-то, да? Мы, так, конечно. Да не, на самом-то деле у меня тоже довольно такая взрослая аудитория. Это на Ютубе дети сидят, а здесь нормально. Я думаю, они подружатся. Хорошо. Да, ребят, не ругайтесь только. Я слежу за вами. Так, как туда попал вообще? Да. Ой, ну ты посмотри, и что с ним приключилось? Ты перелетел в лунку, потом у тебя какой-то лунной походкой залетел обратно. Не-не, у меня... Во, ну вот, вот так же, что ты. Так вот же. То же самое, а, вот. На первый взгляд кажется, что тяжело, а на деле-то фигня полная. Ого! Смотри, новая функция на Твиче. Если рейд нежелателен для вас, вы можете отфильтровать его. Да, я его, пожалуй, уберу. У меня тут война котов в чате. У меня просто есть смайлик с котиком, и у тебя тоже их много. Сейчас твои подписчики пытаются как-то, не знаю, пипере... Они просто отдают честь. Ага. Ну так понятно. Да. Котики здороваются, нам обмениваются котами.
Ну, у тебя котики покруче будут. Даже спорить не буду. Спасибо, спасибо. Так. Ох, подожди, мама, а ты где? Что произошло-то? Вот. Я у тебя за спиной. Бревна тут какие-то катаются. Осторожно, да, они очень мешают. Угу, угу. Ну вот, походу, да, все. А я предупреждал. Совсем все, думаешь? Не, ну почему? Вот давай, прыгай. Ну, сейчас уже поздно, конечно, но вот давай сейчас. Вот сейчас. Бляха-муха. Ну ты почти. Алло. Вот сейчас. Молодец. У нас подписка. Не знаю, кто ты. Приветствую уже. Пикс, да, спасибо тебе за прайм-подписку. Не знаю, может, от Дениса пришел. Пикс? А может, и нет. Я не знаю. Так, вот у нас Алекс Шульц, это не твой? Алекс Саша Шульц? Шурик нет. Шульц, да. Не, может быть. Может быть и мой, но... Я иногда просто забываю людей, но... И никнеймы бывают слишком сложными, запомнить кого-то не получается. Ну и людей много. Всех не запомнишь, я тем более дед уже старый, память не к черту. Алена Кивс или Кувс. Спасибо вам за подписочку, здравствуйте. И Никита... Блин, переподписка. И Sony Fan тоже переподписка, аж ровно год. А у меня еще игра идет, а я тут... не понял. Нет, а подожди, что это игра закончилась, я выиграл. Да, ты выиграл, да? Он да. Выиграл? Тогда... Спроси у ребят, что... Изи каточка. Угу. Ладно, хорошо. Ну, вы, ну, поздравляю, что я поздравляю. Давай тогда следующую спасибо, карту. Спасибо, что ли? Реванш? Как думаешь? Да, я думаю. Посложнее сейчас просто кое-что сделаю. Чтобы прям вообще было интересно. Передаю привет Томасу. Так, получается, сейчас мы вот как сделаем. А, ты хотел не просто шары, а что-то необычное? Вот сейчас это тебе устрою. Не просто шары, а что-то необычное? Интригующе. Да, только почему-то я не могу это делать. Странно. А как менять? Ты справишься. О, любишь хоккей? Да не сказать, что люблю. В игре можно... Да, я вот и думаю, надо попробовать. Окей, тогда попробуем в хоккей. Только, блин, хоккей, окей, да, но... Как сделать шайбу вместо шарика? Тосты! То ли я тупой, то ли что-то не так с игрой. Скорее всего, ты тупой. Ну, раньше у меня получалось, ты почему сейчас не сказал. Работает? Там уже будет шайба, а, окей. Прикольная карта. Ладно, давай попробуем. И в итоге... А, да, да, все правильно. Обалдеть, ты управляешь хоккеистом, что ли? Не-не-не-не-не, хоккеистом по себе, нам надо вдвоем попасть просто в ворота. Вот так вот. Так, То есть я раньше в дырку, а теперь по ворота. Я под... Ну, конечно, я под тобой, я всегда под тобой. Mm-hmm. Видишь, сейчас, как, смотри. Да? Опа, и гол. Видел? Да. Hole in one. Да. В смысле? Не, ты не попал. Я забил. Забил? Попал. Почему ты тут стоишь? Не знаю, я, кстати, себя тоже вижу, но я не могу с собой управлять. Я уже я с тобой. Думаю, ладно, такой инженер, недоработанный. Хоп! О, я тоже попал. Ну, я пока проигрываю. Вот, видишь, это уже поинтереснее, мне кажется. Согласен, согласен. Просто чемпионат мира отдыхает. А ты вообще за кого болеешь-то? За французов, я думаю, сегодня за Англию. За Англию? Ну да, че нет. Ну ты зря. А что, за хорватов болеть, которые выиграли у нас? Хотя, с другой стороны, если Хорватия попадет в финал, то более престижно. Для нашей команды, опять же. Мол, мы играли с финалистами, чуть не выиграли. Чуть. Ну если бы выиграли, это, конечно, было бы... Ох, весело. Я слышал, ты не до конца досмотрел матч и ушел раньше времени, да? Ну, тогда. Да нет, я, ну да, на 90 минуте я просто заказал такси, поехал домой и... При этом смотрел матч в машине. Это очень все странно. Я досмотрел. Учитывая, что самое интересное начиналось, зачем ты уехал? Я съел два бургера, и там было шумно, и Алина Ринг кричала. Вот, и все кричали, и женщина там какая-то такая уже, ну, за 30 точно, она приставала ко всем мужчинам. Вот буквально там 5 минут прошло, они уже сосались. Я такой смотрю на это. О, Наташа ее, наверное, звали, да? Ну, какая-то Наташа, да. Правда, он был не турком.
А где ворота? Подожди, слушай, не помню. Русский, что ли? А я не знаю, где ворота. А, вон там, наверное. Не понял, подожди, а куда прыгать? А, все, я вижу ворота. Ты-то что стоишь? Я молодец. Не знаю, куда сбивать. Сейчас что-то вообще странное произошло. Ну ладно. Хм. Вот, так. Все. Так. О, молодец. Я сейчас тоже буду рядом с тобой. Да блин. Дабл боги. Прости, я тебе, кажется, помешал. Вот это я понимаю, вратарь. Было бы здорово, если бы у нас такие же были. А, ты попал. Угу. Ясно. Так, а здесь у нас что происходит? Это дикие джунгли. Не хватил мне тяги. Слушай, причем, видимо, шайбы, они гораздо меньше. Их вот все эти препятствия не задевают, в отличие от шаров. Ну да, возможно, они же плоские. Ты хитро поступил, выбрав этот режим. Еще бы. Я не первый раз в это играю, на самом деле, поэтому у меня есть своя тактика. Может, в бильярд. Много было друзей, которым ты играл? Вот. Дизи. И больше никого. У-у-у. У меня и друзей-то что? Особо нет. Только вот Дизи один и все. И тот в Нью-Йорке. И тот в Нью-Йорке, да. Ну, будем надеяться, что скоро мне тоже получится в Америку съездить. Уж сколько что-то времени я пытаюсь визу получить, но что-то как-то... А, у тебя же несколько попыток было, да? Ну как, одна попытка только. Ну, мне ее как-то, знаешь, хватило. Чтобы очень сильно расстроиться. А я очень сильно расстроился тогда. Тебе с первой попытки визу дали в Америку, да? Ой, скажу да, ты еще больше расстроишься? Эх. Нет, я просто буду тебе завидовать. Ну так, значит, по-доброму. Не надо. Ну, по-доброму можно, наверное. Конечно. Ну я понял тебя, окей. Не знаю, что я не так сделал, но... Просто не повезло. Был злой товарищ, который мне принимал интервью. Тебя женщина принимала или кто, не помнишь? Женщина принимала, да. А, ну тогда понятно. Надеюсь, в этот раз не повезет, и тоже будет какая-нибудь женщина. Одеколон какой-нибудь... Вкусный. Побрызгай. Ну. Походу. Ага. Это ж сколько надо побрызгать, чтобы она почувствовала через свою вот эту вот... Там просто такое толстое стекло. Будку, да. Да-да, ведром облиться, блин, прийти туда. Так, смотри, чего тут? Так. Ты будешь забивать? Хоп! Ага, конечно. Если бы все так просто было. Он, сука, отбивает. Ты ко мне поскакал, да? Привет. Так. Да ёп, перный театр. Не говори, говно какое. Так, ладно, было прикольнее, чего вратарем кто-то управлял. Ну, да. Мне кажется, вполне возможно реализовать. Теперь вообще перебрал. Фига себе, у вас 70 секунд слоу-мод. Ничего себе. Ты за моим чатом следишь? Ну тогда. Так ты предупреждал. Люди за вами следят вообще-то, если что. Я просто не смотрю, потому что у меня телефон сел, а игра на весь экран. Так стесняешься, что ли? А у тебя второго монитора нет? Нет. Да у меня места мало, мне некуда его поставить. Да и вообще 70 это мало. Типа, ну, обычно он у меня в два раза больше. Без второго монитора, это как вообще жить-то? Ну, я привык. Обычно у меня просто телефон, как второй монитор. Ну, там чат читать, донаты, конечно же. Нет, не обязательно. Давай, родимый. Оба! Так, ну смотри, 20 одно было. Очко нас разделяет. Одно очко. Серьезно? Всего-то. Блин, 33-32. Тебе столько же лет вроде примерно. Угу. Ну ладно. Надо сейчас быть аккуратней. Так, а где? А, вижу вратаря. Очко товарища, да. Так. Ну, ребят, ну что вы за люди такие? Почему сразу товарищи-то? Так. Ну тут я в любом случае попаду. А, теперь у нас вообще, как бы, ну, мы идем
вровень. 36 и 36. Делаем ставки, ребят. Кто у нас? А, тут хотя еще раз, два, три, четыре, пять. Ой, блин, еще очень далеко до конца. Нет, ставки лучше пока не делать. Это так же рискованно, когда и Россия играла. Где? Это сейчас что было? О! Нормально. Блин, вот чем мне нравится Discord? Иногда тут просто... С голосом происходят странные вещи у собеседника. Да, рабовой сет. У меня тоже. Да-да-да. У тебя, походу, и правда что-то с интернетом. Да? Ну, если такое происходит с голосом, это... А что у тебя за провайдер? А-а-а. Да блин. В начало карты отнесло. А чё ты смеешься? Я не знаю, я просто чат читаю, они смеются, и мне смешно. Я не знаю, чё они смеются. Рассказывай, рассказывай, что там было. Так, блин, мне пусть интересно. Они рассказывают. Так я сам не знаю, чат, они ржут. Чат, чё вы ржёте? Чё ржёте-то, блин? Пипец, им весело. С меня? Я же даже ничего не делал. Видишь, как классно. Мне даже ничего делать не надо, они все равно смеются. Дошел до финиша? Да уж давно. Вон, видал, моя шайба в воротах лежит. Так. Разбираемся. Шутку вспомнили? А, ну бывает. Тоже иногда так сидишь, вспоминаешь что-то и начинаешь смеяться. Неприятно, когда это где-то на важном событии происходит там. На собеседовании. Угу. Ты давно последний раз на собеседовании был? А, ну вот, когда визу получал, мне кажется, поэтому и отказали. Смеялся, наверное, да. Ну да. Шутку вспомнил. Так, куда бить? Куда бить? Кажется, да, вон впереди. Понятно. Мне просто говорили, что... Ну, я читал, знаешь, статьи всякие там, перед тем, как визу получать. И везде пишут, а там улыбайтесь, они любят тех, кто улыбается, это же американцы. Ну, я, видимо, еще перебрал с улыбкой. Да, да. У тебя белые зубы? Хорошо, что ты не видел. За белизной своих зубов. Конечно, конечно. У меня улыбка, как у голливудской звезды. Клево. А ты какую-то пасту особо используешь? Или вот полоски вот эти вот наклеиваешь? Ну я и то, и другое. Сначала пастой, короче, рот себе чищу, а потом клею туда полосочки. А еще и нить вот эта вот зубная. Спасибо, что уточнил. Нить зубная, да, это тоже, кстати, полезно. Ну, у тебя зубы я видел. У тебя, да, белые зубы. Ну, я ничего не использую такого, особенно вот. В смысле? Даже нить не использую. Уж полоски. Что ты делаешь? Просто чистишь зубы. С утра один раз чищу зубы. Эмаль хороший просто, наверное. Подожди, а вечером? Перед сном не чистишь? Вечером не всегда, знаешь, вот. О-о-о. Да. Ну, видишь, вот как повезет. Видимо, генетика. Ну, зубы, вот. Кому-то приходится, блин, по 10 раз в день их щеткой херачить, и все равно, блин, черные, как у обезьяны. Сейчас, погоди. Так, куда это я прилетел? Обезьяна. Ты еще гуглишь зубы обезьяны? Ну, на всякий случай. Не советую, там страшно. Слушай, не белоснежная, на самом деле. Ну, это ты не ту обезьяну загуглил. Это специально, ну, обезьяна, да, она для сидит, фотографии. Она сидит, между прочим, с щеткой зубной. Тем более. Это обезьяна, которая чистит зубы, но обычно обезьяны не чистят зубы. Ты в Таиланде был? Нет, пока еще не был. Окей, на Витфесте был? Так, поаккуратнее сейчас. Вот с обезьян на Витфест мы переходим. Ну да. Это же никак не связано, да? Но был. Да вообще ни капли. А, ну как тебе вообще там, понравилось? Ты знаешь, ну, скучновато было. Ну потому что я стример, а это...
То есть на тебя там никто внимания не обращал, да? Как на стримеры. Ну, это тоже, конечно. Я прихожу на зону автографа, а мне охранник спрашивает, вы кто такой? Я такой, ну ладно. Так ты бы сказал, так вообще-то я стример. Я даже сказал, я стример, я говорю, я с канала We Love Games, а он такой, не знаю такого. Понятно, ну вот они вот типичные, блин, жители Ютуба, которые там всяких вот этих смотрят. Ничего они не знают. О! Да ладно, попал, вот это да. А в Новокафест, я так понимаю, ты приезжаешь? Я пойду на концерт Монеточки. А, только а концерт лишь. Будет на Новокафесте, да? Да, на Новокафесте в субботу. Ага, но приеду я в пятницу с утра. Ага. Серьезно? Да, ребят, серьезно. Вы что, тоже, что ли, ту Монеточку слушаете? Да, господи боже. Мы сейчас тоже коллаборируем. Коллаборатор мой, любимый, слушай, ты забил? Ну, на YouTube, да, забил. А, или ты про что? Окей, хорошо. Ты можешь сейчас за мной понаблюдать? Ну, вообще нет, я еще... Если ты про игру, нет, не забил, я вот рядом вот, с тобой. Вот, видишь, я рядом стою. Ну да. Вот смотри, попробуй ударить в дырку. Вот видишь, дырка передо мной. Огроменная такая дырень. Дырище. Черная дыра. Зачем? Ну она не черная, ну, просто, как бы, она просто ну, дыра просто и все. Ударь. Ну да, просто дыра. Вот попробуй, чтобы вниз упала та шайба. Ты сейчас меня разводишь, походу, на какую-то фигню. Нет, ну, я ладно. Развожу, мне просто интересно. Вот ты видишь, вот что это за говно? Тут какая-то прозрачная стена? Чё да. Вот. А где ворота? А, ворот не там под... Ё-моё. Да, это и правда было необычно. Странно, странно. А должны были в дырку? Да, вот это вот непонятно. Вроде как мы с тобой вдвоем и странно, что в дырку нет. Ну ладно, короче. Ой, чат, вам ближе бы Капу Прайд заспамить. Что как ты такие извращенцы? Ух ты ж, что господи. Я начал и все на чат. Вот ты какой. Ты знал бы, что у меня с игрой произошло. А, вот что, теперь что, все нормально. Что? Ну, у меня тупо все текстуры сейчас удалились, все пропало. Интересно, что это за движок. Игра просто мы разваливается. Просто нет, сейчас нормально. А твоя сексуальность разваливается. Mm-hmm. Возможно. Ну, еще неизвестно, от чей. Возможно, я тут ни при чем. Опа! Ох ты ж, в бассейн-то, а? Попал. Я получил ачивку 1000 ударов. Видимо, я тоже не в первый раз играю в эту игру. Слушай, даже у меня такой ачивки нет. Вот я люблю, значит, знаешь, как... шайбу погонять вне стрима. Интересно, с кем ты это делал? Их было семеро, я же тебе говорил. А-а-а. Семеро, это жестоко. Я вообще не люблю, когда много людей на стриме. Балаган. Не, ну поэтому... если это люди, которые тебя слушают, которые не перебивают, и тебе с ними комфортно, то почему нет? Нет, это невозможно, когда все стримеры. Потому что каждый стример начинает, ну, типа, пытается больше говорить для своих подписчиков. Да что ты? Ну, для своих подписчиков. И получается так, что все орут. Ну, надо отключать, говорят. Потому что. Опа. Звук, когда ты приветствуешь донатеров, подписчиков, вот это вот все. Ага, учитывая, как часто на меня бывает там подписываются, надо будет каждые 2 секунды нажимать на кнопку включить, отключить. Ну, что это? Что это такое? Важно, чтобы у тебя было больше всего зрителей. Чтобы люди боялись. Ну, у тебя сейчас нормальные зрители, я думаю. Сейчас проверим. Да не, сейчас очень мало. Ну, обычно у меня побольше, в 2 раза. Ну, сейчас 5600, но обычно в 2 раза больше, да. Два раза бы, то есть так 10, значит. Ну ты пришел, блин, напугал людей. Ну, я понимаю, конечно, да. Ну ничего. Ладно, ну, ладно, подыши. Я шучу. Ну, я вру. Че сделать? Подышать? Угу. Ну, да я вру так же часто, как и дышу, да. Да, да, да. По сути, разницы никакой. Почему тебя дедом называют? Ой-ой-ой-ой. Типа зануда, что ли? Нет, я не женщина, Мэдисон. Боже упаси. О, какая шутка.
Ребят, почему меня дедом называете? Я сам не понимаю, отвечай типа. По существу теперь. Так давай вот его в чата спросим, если они меня дедом называют, они-то лучше знают, почему я дед. Почему я дед? Пердишь много и шутишь не смешно. Слушай, я стример так-то, блин. Ну, нет. Я матерюсь, конечно, чтобы пердеть, это уже перебор. Можно подумать, кто-то там... Ой, ладно, не буду про туалетную тематику, а то сейчас скажут еще. Бу-бу-бу-бу-бу. Так, нет, тут-то можно. Ну, туалетная тематика на моем стриме довольно так популярна. Распространена? Конечно. Это ты там все цензуришь, блин, запрещаешь материться людям. Не знаю, зачем, конечно. Не, ну материться-то одно. А пердеть это, то есть, нормально, да, по-твоему? Абсолютно. Особенно с той пищей, которую мы потребляем. А, ну да, да. Это, кстати, блин, правильно. Ну ты что сегодня ел? Ну я покупаю готовую еду уже. Ну вот я ел котлетку, да, на пару, которая приготовлена из телятины с гречкой. На в принципе, пару, вкусно. С гречкой. Да? Вкусно и полезно. Здоровое питание. Ну да, ну вот пока еще ни разу не пукнул. Бургер. Держи в курсе. Окей. Не понял, а что вратарь тут делает? Вратарь, это какого хрена? Да вратарь что-то как-то посреди поля стоит. Ворота где-то там, а вратарь здесь. Что происходит? Ты сам-то где? А, ты сзади меня? Между ног статуи пролететь, значит, не получается. Все в пах, да в пах, в пах бью. Вот смотри, видал? Смотри, стоит. Ну, да. Ну, а ворота где? Вот бред. Там дальше. Блин, да что ж... Да как ты так пролетел-то? Вот, у меня то же самое. О! Mm. Нет, всё. Опять мимо. И у меня мимо. Хорош. О! Нормально. Какие ты на сколько дней приезжаешь? Мимо хоккеиста. Ну, на выгодке. На два. Чё ты, блин. Ну, что а ты что за человек такой? На дольше. Ну, естественно, что два дня. Что ты работаешь? Что ты делаешь 27-28? Ну, блин. Ну, знаешь, вот сейчас не могу сказать. Ну, типа, не знаю. Не можешь сказать секрет, или ты просто не знаешь? Не, я просто не знаю. Ну, а как я могу знать, что у меня будет 27-го? Тем более, учитывая, что сегодня только 11-е. Ну, я просто, не планирую. Ты просто пометь этот день в календаре у себя. Приезжает Денис к Волге, и все. Это да. Это я... Вот. Так, ну вот опять я пропустил. И кто в итоге... А, я проиграл? Ты да ладно. Один раз выиграл, два раза проиграл уже. Вот. Ну, в принципе, такой расклад устраивает. Давай в Tricky Towers. Давай сменим контент. Да, я заметил, тебе игра не понравилась. Не, мне понравилось. Просто душный. Я? Да шучу, шучу, все нормально. Что ж так реагируешь-то? Блин, а? Давай в Tricky Towers. Замечательная игра. Что смотришь? Что за угроза? Сейчас отключишь меня еще? Да нет, почему, зачем? Просто ты приезжаешь в Питер, договоришься. Так. Ага. Ты меня встретишь? Обязательно. А ты при...